Всем привет! Вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на телефон. На телефончик 6230 Nokia. А вот 2003 года. Стандарт 900, 1800, 1900. На платформе серия 40, второе поколение. Ну, что сказать, данный телефон вот охуенный, я где-то с ним ходил в году 2000, там, не знаю, пятом, наверное, четвертом, где-то около года. Он служил верой и правдой. MP3-шка ставится на звонок. Вся хуйня, громкий динамик, прям такая дыра он. Не динамик, а дыра. Проверим данное утверждение. Настройка сигналов. Ring-ring. Ну так-то. Громко, короче. Прямо шпарит нормально. Так что вот такой телефончик. Пластиковый весь. Пластиковый. Что внутри? Внутри батарейка. Батарейка. BL5C. Вот, батарейка, но она подспухла уже от времени. И вот самое главное, SD-карта на 32 мегабайта. Вот это самое, блядь, раритетное, то, что есть в этих телефонах. То есть там больше не поддерживает, по-моему, 256 максимум поддерживает карточку. Вот, симка, вот я йоту поставил, йота работает, кстати. Камера опять, 4К можно снимать, там... 2500 там, на сколько-то, 2560 на 9920 или что-то такое. Ну, прям запредельные снимки. Вот. Ну, батарейка дохлая уже. Дохлая. Ну, а так, телефон работоспособен. Еще, может быть, если ходить, допустим, взять новый iPhone и взять вот такой данный аппаратик, то можно вообще ходить с этим телефоном в два раза дольше, чем с айфоном каким-нибудь или там последним андроидом каким-нибудь. То есть этому похуй, телефон будет прямо, ну, будет вас выручать в трудный момент, в отличие от всяких там андроидов, смартфонов. Так что вот такой вот обзор. Подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, и до следующего видео буду вас ждать.